Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Тут проблема с нашими диспетчерами, которые все делают очень криво. Значит, хорошо, я ссылку поменяю в курсе, чтобы другая была. Надеюсь, что диспетчеры сделают все нормально. Значит, на курс вы записаны, посмотрели курс. Давайте сейчас я открою себя тоже, чтобы посмотреть, какие у нас там. Так, активности. Значит, предмет практический, никакой теории тут нету. Соответственно, все активности будут только в рамках четверти. Экзаменационных никаких тестов не будем делать. Какие у нас тут активности? БРС вы посмотрели? Открывали, нет? Нет еще. Пока нет. Что. Ну вот, откройте, посмотрите БРС, и мы сейчас ее обсудим. На ТУИСе, да? На ТУИСе, да. Итак, у нас строится курс по идеологии DevOps. Development and Exploitation Operations. Значит, разработка и эксплуатация. В качестве разработки мы рассматриваем языки научного программирования. Дело в том, что научные языки – это специализированные языки именно для проведения научных исследований. Есть языки общего назначения, которые не совсем хорошо подходят для научных расчетов. Основные требования к языку научного расчета в том, чтобы он не напрягал человека, не заставлял его особо сильно погружаться, и чтобы научные вычисления выполнялись быстро и просто. Для более продвинутых людей, студентов, предлагается с нашей стороны Джулия. А на этом этапе, на втором курсе, мы будем рассматривать Октаву. Октава – это реализация языка MATLAB. MATLAB – это система, и за одним реализация, и за одним язык. И вот Октава – одна из реализаций, еще Skylab и так далее. Значит, у нас два типа лабораторных работ. Значит, 8 лабораторных работ пока, то есть на неделю по работе. Два типа работ – это по языку Октава, то есть выполнить простейшие работы с языком Октава. И по поддержке – это гид, разработка с помощью управления версиями программного обеспечения на Git. И язык разметки Markdown обычно используется в научных расчетах, в научных публикациях язык LaTeX для описания страниц. Язык Markdown – это упрощенный язык разметки, то есть проще некуда, но при этом достаточный для работы с ним. С помощью него как пишутся отчеты, делаются презентации,
так и можно делать более сложные вещи, например, сайты. Итак, сейчас мы более подробно все остальное рассмотрим. У нас наши лабораторные работы. Сейчас я зашарю десктоп, чтобы посмотреть. Значит, вот наши лабораторные работы выглядят следующим образом. Лабораторная работа идет описание работы и отчет о выполнении. Отчет о выполнении строится следующим образом. За каждую лабораторную работу 4 балла идет за то, что выполнили работу, то есть за содержание. И 2 балла идет за оценивание этой работы. Вы оцениваете работы своих сокурсников. Соответственно, за оценивание можно получить 2 балла. Значит, в конце каждой недели, вот мы щелкнем по работе, у нас первая работа кончается в субботу. Тут вот написано с 27 по 2 мая. После этого, опять же, неделя на оценивание работы. Вот со 2 мая по 9 мая вы ставите оценку. После этого, или параллельно с этим, оценки ставлю я. По той оценке, которую вы поставили, у вас накапливается карма. Из этой кармы строится и оценочный балл за оценивание. Ну и в результате человек получает комплексную оценку за свою работу и за оценивание. Итак, таких лабораторных работ 8. Лабораторные работы чисто практические, то есть сели, выполнили, закончили. Для работы вам потребуется Октава. Октава есть как под Unix, так и под Windows. Вот Octave. Вот. Сейчас 5-я версия текущая. 4-я версия не имела фактически нормальной графической оболочки. Она была достаточно примитивная. Использовались дополнительные графические оболочки. Сейчас графическая оболочка очень похожа на графическую оболочку MATLAB. Состоит из основных частей, то есть из списка файлов, программного кода и переменных, и можно делать графики. То есть вот это чисто научные исследования, которые просто сделать в этой Октаве. Значит, последний релиз 5.2. Скачиваете, ставите на Windows, на Linux, на Mac, на что угодно. И пользуетесь. Следующий, что нам нужно будет, это гид для выкладывания на сайт и Markdown. Значит, гид под Linux идет стандартно, под Windows есть несколько реализаций гида. Давайте посмотрим. Ну, под Macintosh, естественно, само собой есть гид, потому что Macintosh – это Unix в основе, это BSD Unix с определенным графическим интерфейсом. Ну, вот это вот некая родная реализация гита. Гит очень плохо портируется под другие операционные системы.
не Unix. Ну, потому что он был написан для практической работы в виде набора костылей. Очень много, фактически это много маленьких программ, которые выполняются вместе, и большинство этих программ написаны на скрипте, на шелле, используют всякие юниксовые подпрограммки, поэтому перенос на Windows не очень легок. Ну вот это вот одна из стандартных реализаций Git'а под Windows. Ну и вот тут вот есть Git'ы, ну, например, под эмулятор Mingvin, ну, естественно, под Cygwin есть и так далее. То есть достаточно большое количество этих реализаций вы ставите, используете, какую желаете. Следующий софт – это у нас Markdown. Markdown – это язык разметки. Вы на лабораторной посмотрите, как он выглядит. Очень простой. Для работы с Markdown мы будем использовать генератор Pandoc. Вот у нас Pandoc. Так. Это просто описание. Нам нужно релиз, скачать его. Так. Вот он на GitHub лежит. Ну, GitHub, соответственно, это от слова Git. Вот последний релиз. Отсюда вы его скачиваете под нужную операционную систему. В принципе, это тут две программки. Скомпиленные они статически, то есть не требуют дополнительных библиотек. Сам GitHub написан, сам Pandoc написан на Haskell. Соответственно, если вам нужен, хотите сами скомпилить, вам всю инфраструктуру Haskell нужно поставить. Тут скомпилен статический бинарник, он один, все библиотеки в него всунуты, поэтому он такой как бы пухлый получается. Видите, достаточно большой. Тут у нас два бинарника лежат. Один для самого Pandoc'а для генерации, а второй для генерации ссылок. Ну, пока вот его вам будет достаточно. Для работы в качестве редактора можно использовать что угодно. Я бы вам... Я сам использую Emacs. Вам бы порекомендовал для работы с Markdown VS Code. Там очень хороший плагин с Markdown. И главное, там есть плагин для непосредственной генерации Markdown'а, чтобы вы его видели. Так, примерно это рассмотрели, двигаемся дальше. Значит, это лабораторные работы, вы делаете. Значит, ситуация такая, в начале отчеты вы выкладываете как сможете, то есть пожалуйста, в Word, в чем угодно. А после того, как вы рассмотрите Markdown, вы начинаете выкладывать отчеты исключительно в Markdown. То есть вы в нем делаете отчет со скриншотами, соответственно, выкладываете zip-файл с Markdown, docx.pdf-файл. Pandoc служит для преобразования Markdown в другие форматы. И, соответственно, все это показывается и демонстрируется. Дальше у нас идут следующие активности. Это
доклады. 12 баллов идет на доклады. Доклад делается по теме. Тут даны темы докладов. Предварительные. Вы выбираете тему, делаете презентацию, докладываете во время контактных часов. Потом выкладываете доклад на сайт и получаете оценки, соответственно, вот по этим критериям. То есть, как выполнен доклад, как оформлена презентация, содержание вашего доклада и оформление доклада. То есть вы выкладываете саму презентацию. Если вы изучите уже Markdown, то презентация тоже в Markdown должна быть сделана. И выкладываете текстовку, по которой вы рассказываете, то есть реферат вашего доклада. И по всем этим параметрам мы делаем оценку. Следующая активность – это групповой портрет, проект. Групповой проект – это у нас относится, если доклады размазаны как по разработке, так и по поддержке, то групповой проект – это чисто разработка. Это некая имитация научной работы. Вы получаете простейший проект. Проекты там очень простые. На математическое моделирование. Моделируете какую-то задачу. Описываете по этапам. Давайте этапы проекта посмотрим. Вот этапы проекта. Первый этап – это модельный этап, то есть вы описываете модель. На втором этапе – алгоритмы описываете, которые применяются при расчетах. На третьем этапе описываете комплекс программ, который у вас получается. И четвертый этап – это полная защита проекта, то есть все предыдущие этапы плюс результаты, которые вы получили при расчете по вашему проекту. Каждая презентация, ну, в районе, скажем, 5 минут, делает по очереди члены группы. Предварительно у меня поставлено, что 4 человека в группе может быть, поскольку вас не очень много, но если необходимо, скажем, кто-то захочет впятером делать, то, пожалуйста, можно будет расширить группу. И индивидуальный проект. Индивидуальный проект у всех один и тот же. По индивидуальному проекту мы будем говорить на следующей неделе более подробно с теми, кто выберет этот курс все-таки. Индивидуальный проект – это проект создания собственного сайта. Сайты-визитки. Но поскольку вы учитесь на этом направлении, это направление у нас готовит научных работников, работников, которые могут работать в академии, то есть в высшей школе, или в исследовательских институтах академических, то есть Академии наук, либо в индустрии, то есть работать где-то на производстве в качестве научных работников. Каждый научный работник – это штучная продукция, и каждый должен о себе как-то заявлять. Поэтому каждый научный работник должен иметь свой сайт. Я под это сделал вам, чтобы продемонстрировать, как будет выглядеть сайт, который вы должны делать. Значит, вот я сделал сайтик. Сайт делается следующим образом. Во-первых, это не динамический сайт, там, скажем, на PHP или на чем-то другом. Это статический сайт. Вы описываете страницы,
статические. И с помощью генератора сайтов статических генерится этот сайт. Сейчас очень много статических генераторов сайтов. Кроме того, такие системы поддержки работы с кодом, как GitHub, GitLab и Bitbucket, поддерживают работу с этими статическими сайтами. Ну вот, в частности, тут размещено на GitHub, но этот сайт статически генерирую я сам, а не с помощью программы на самом GitHub. Значит, мы использовать будем статический генератор Хьюго. Вот Хьюго. Значит, почему мы Хьюго будем использовать? Ну, по нескольким причинам. Одна из этих причин то, что он написан на Go. По идеологии Go мы не используем разделяемые библиотеки, а используем статические библиотеки. Поэтому сам генератор сайта представляет из собой один бинарник. Соответственно, можно его скачать на GitHub. Вот мы на GitHub переходим. Вот это стандартный вид кода на GitHub. Релиз. Вот релизы. И вот данные сайты. Мы будем Hugo Extended, скажем, использовать. Вот у нас, пожалуйста, под Windows, под Linux. Все что угодно распаковывайте, там один бинарник, с помощью этого бинарника все генерится. Значит, для работы мы используем тему. У всех генераторов статических сайтов есть темы. Мы используем тему, будем использовать тему академик. Так. Академик. Вот, академик тема. Академик тема. Она как раз для академических сайтов, для научных сайтов. Итак, давайте посмотрим структуру этих научных сайтов. Что вы должны предоставить? Во-первых, обязательно информация должна быть на английском, ну и можно на русском, поскольку вы русский человек, вот на английском и на русском идет. И тут можно переключаться. Хьюго поддерживает двуязычный с самого начала. Другие генераторы сайтов обычно не поддерживают двуязычность. То есть ее можно заточить с помощью напильника, но как таковая это не обязательная вещь. Итак, вот у нас краткое описание. Дальше идут обязательные ссылки, которые имеет каждый научный работник. И вы должны иметь такие же ссылки. Значит, об этом будем беседовать на следующий раз, где вы должны зарегистрироваться и где вы должны сгенерить ссылки. С теми, кто останется, естественно. С остальными беседовать смысла нет. Значит, дальше вот у нас идет блог. Пожалуйста, вы можете вести свой блог для того, чтобы продемонстрировать, какие вы разносторонние люди. Дальше идут проекты научные. Ну, чего у вас нету, того нету, но вот образование у вас, например, будет, что вы студент и так далее, интересы, это все будет. Выступление в виде описания, где вы выступали, и слайды, публикации. Ну, пока у вас публикаций, я думаю, нету, но это можно и не включать. Ну вот и все. То есть это минимальная информация о научном работнике. Еще CV дополнительно можно прикреплять, чтобы предоставлять
нанимателю или другим научным людям. То есть сайт этот научный, я считаю, необходимая часть вашей жизни научной, если вы изберете. Ну, если не изберете, то просто не помешает. Это индивидуальный проект. У всех это один и тот же проект. Каждый должен будет сделать этот сайт. Работу с этим проектом будем обсуждать в следующий раз. В принципе, все. Вам нужно разбиться по групповым проектам. То есть выбрать вариант проекта. Вот видите, 7 вариантов проекта. 7 проектов, описание проектов вот тут лежат. Тут вы записываете. Вот так вот давайте сохранить, посмотрим, вот скажем. Вот описание, очень простое описание проекта, решение. И для того, чтобы вы не особо угнетали себя, тут фрагменты кода на Skylab или на Octave, неважно. То есть на MATLAB. Таким образом, вы вполне можете выполнить проект. То есть главное в этом проекте не то, чтобы вы конкретно решили эту задачу, а в том, чтобы вы работали с этой задачей как с научным проектом и поэтапно. То есть вот эти все этапы – это то, что лежит в любом научном проекте, в вашем дипломе будет лежать. Точно так же эти же этапы вы должны пройти и продемонстрировать, что вы ими владеете. В принципе, я думаю, это все, что тут можно делать. Так, давайте послушаем, есть ли у вас какие-то вопросы. Дмитрий Сергеевич, вот такой вопросик. Если на винде стоит эта субсистема Linux, то, соответственно, ей можно пользоваться в полной мере. Конечно, да. Все, но она без графики, естественно, да? Да. Или вы заточили иксы на ней? Не, иксы я, может, посмотрю, но изначально не затачивал. Ну, пожалуйста, можно ей пользоваться. Хорошо. Конечно. Еще вопросы? Ну, значит, будем считать так, что вы делаете лабораторную работу. По результатам выполнения первой лабораторной работы и по людям, записавшимся на групповые проекты, я увижу, это кто действительно выбрал этот курс. И, соответственно, это будет список людей, которые выбрали этот курс. Ну, а там еще дополнительный у вас курс, поэтому вы уж сами решайте, что вы будете учить. Ну, раз вопросов нету, прошу начинать делать работы лабораторные. На следующий раз, кто приготовит презентации, мы будем заслушать их и обсудим более подробно ваши проекты. Индивидуальный проект, как делать, и групповой проект. Спасибо большое. Еще есть вопросы? Нет? Нет, все, спасибо. Да, спасибо. Есть? Давайте, да. А если в результате выполнения лабораторной работы возникнут какие-то проблемы, то есть ты чего-то не будешь понимать, тогда... задавать вопросы нужно будет на этих часах? И да, на контактных часах, на контактных часах задаются вопросы. Мы можем их, если не хватит времени, чуть продляться они, но я думаю, что времени вам на контактных часах вполне хватит. Хорошо. Так. Спасибо. Да, все, спасибо.